Well, hey guys, it's me, Kill99, Shot99, here with, the first game. If you don't know, in my last video, I said that I'd make videos. Every game I own that I can record, so that you guys know what I have, know what I can show for you, and you can make an educated decision, basically. If you want me to put it the simple way, basically, I don't know which game I should show to you guys. Внизу в трюме пустыни двое. Вражеские коллеги, двое в трюме. I have no clue what's going on. Давайте, ребята, трюм вражеского галика спустить. Саки один, найдите этого засранца. А он у нас. В трюме. А вот все убили. Кого? Так, ребят, возвращаемся на корабль, жду вас всех. Работаю. This is the schooner, I think. I haven't played this game in a while. Давай проплывай, думаю, поранимся. Нас зажали, все нахуй, забудьте про нас. По прямой. Дай мне что-то, не кажется. Мы на грабе. Нас грабнули, и вторая шлюпка нас зажала. Ничего страшного, сейчас играемся. У нас преимущество пока что по очкам. Ну, недолго его потерять, знаешь. Ну, если будем херово играть, то да. I don't know, Russian, что ж, парень, соберемся все вместе. Там вообще-то две шхунки. Defend Russian server, apparently. I don't care. I'm invisible, mate. Невидимые скалы, офигенно. Okay, so, this is this game. Basically, you're a ship crew or ship captain, and yeah, it's just ship game. Really good one, actually. One of the best. Ребят, кого атакуем? I don't know what he's saying, so I'm just gonna keep shooting. И сразу не выгодно атаковать, нужно выбрать одну цель, которую мы быстро убьем, добьемся своего преимущества. Блин, нихера не слышно, пожалуйста. Правый борт, готовься. I'm just trying to hit it, but I can't. Не успеем, не успеем, не успеем. I don't speak Russian. Правый борт, готовься. Смотрим по шхуне. Finally. Вы чё творите? Хватит орать там. Мы творим. Это мы вообще-то без носа стоим. Союзы! Надо таранить. Занять помпу, отремонтироваться. Ау. Тут без носа остались. This game is so much fun. My friends usually just do 1v1s though. Whenever we play. Гали, что вы там делаете? Вообще.
таранить. С ума сходим. I forgot what it's like. ПВП батл арена. И шлюпку, да. Правый стрелять чуть топил. Галеон потопили, все хорошо. В точках нет. We won. Ну да, 120 тикетов это, конечно. Oh, since when did this happen? Вот это не знаю. Да мне похуй. Капитан. Кто-то втихаря кикнул капитана? Ну что, присели на бутылку? Да ну ладно, я подумаю, сейчас включу одного. Больше, одним меньше. Проблема века, блин, исключили капитана. Вечного морехода. О, я, кстати, не помер, да ну на? Че, должен был? Стреляли, умирали, ребят, все нафига подыхали. Меня? Гус ни разу не помер. Что-то на трансляцию. Big ship. Последний бой отыграю и все. А тут транслейшн не нужен. Да нет, я просто друга хочет. Какой на инна застрял? Смотрите-ка. Босс с вами, поняли, да? Блин, короче, ребята, у нас на инна застрянец, который меня назвал Биг Боссом, прикиньте. Да я хуй знаю, там да, он да, похож, да, вы да, чё, да, он, блядь, пират просто. Да, немножко тратил. А ну да. Где? Жаль, я думал, как в анекдоте про медведя и зайца. Какой анекдот? Медведь застревает между деревьев, а заяц что делает? Ну, вспоминаете, да? 18+. Да знают все этот анекдот просто. Я не знал этого момента. Да, он старый, древний. Старый анекдот. Сейчас будем тонуть. Левый борт готовимся. Левый борт, верхняя палуба, поджечь. Левый борт, поджигайтесь. Ай, я чуть-чуть скосил, извиняюсь. Это я скосил, да, бывает. Просто... У меня Паркинсон просто, рука дернулась. Ну, язык дернулся. Отставить меня. Лол. Тонкий английский юмор. А мы за пиратов, извиняюсь. Галеону работает. Типа тонкий английский юмор, а мы играем за Британию, ну ты понял, да? Мы на самом деле за пиратов, ну многоходовочка. Я вижу. О, попадайте дальше. Он там бортом повернут или как? Хорошо ты выстрелил. Come on, yes. Come on, hit. Yeah.
отставить, не стреляем по шлюпу, он пытается нас развести на залп, но... Yeah, I'm just gonna go to the menu, cause, bro... God, that's terrible, I don't speak Russian! That was fun. Yeah, I'm gonna make this video long, cause why not? And I'm kill 99, shut 99. I have long videos and a long name. You don't want to see what just happened. No, you don't get to see. So let's find a new English server. I'm so glad I disabled music. Music gets so annoying. Hopefully this is not Russian. When do Russians love this game? I don't know. I don't know why there's not many people playing this. There used to be more. Did the game like die down? Everyone, check out this game. This game is fun. It's really access, and it's fun. You should get it now, before they rack up the price. Well, that sucks. So, I guess we'll find another server. So yeah, this is Black Lake so far. Fun if you can find the right server where me and my friend can just do a 1v1. That always worked pretty well. Treasure trade. Fine. Glitch. Bruce Lee. Can I find one that's not Russian? No. I just want to play the game, bro. Just trying to show my viewers what's up. Shoot! Left! Shoot! So... are we just gonna stay here? Onward we go. It's captain on this ship.
I will be always in the front. I will be always. Where is our captain? Friendly fire. Someone get hot fixing this thing. There we go. Nice damage. Friendly fire, though. Yay, he bled out. Someone get hot fixing this thing! Too fast. Port side, get ready! Ship needs some work. Portside, prepare yourselves. Aye, aye, Captain. Is that this side? No, no ships. Is it this side? I'll fix your sails. Brace for impact! Going to ramp. Enemy behind us, enemy behind us. Coming up on the starboard side. Okay, right side. No, nothing. Upwards. I'm pumping, you fix. I'm pumping. Okay, guys. Let's wait for a good shot. turn right, please. Bit more right, Captain. And keep going. Okay, thank you. Pause and...
one hit. Oh. With the front cabin, please. Headset. Don't shoot. Pump. Left side, left side. Can you turn, please, Captain? Yeah. Bit to the left. Or right. Left, please, Captain. In now. Bit more. Yeah. Keep going. Aww. They're turning away. Hard left. I got the pump. Okay, and on our right hand. Hard right, hard right. And right, right. Dang it. So yeah. Cash. That's this game. And that guy's gonna be into this video, because I don't want to keep going for hours and hours, since this is just a sneak peek. So, thanks guys for watching, and please make a decision.